Так, привет-привет, мои прекрасные друзья. Я знаю, что нельзя снимать и почему мне не разрешили. Тут есть определенная символика, которая нам с вами не нужна. И именно из-за этого нам не разрешали. Но вот теперь все стало на свои места. Я купила справочник Миллера. У меня не было, кстати. И нам разрешили все снимать. Совершенно чудесный владелец. Сейчас мы обменяемся телефонами и будем дружить. Он сейчас находится на Рыбальской 9, это если Google Map. Но есть проблемы с арендой, поэтому будем переселяться каким-то волшебным образом. Ну, все вам расскажу, куда идти, где покупать и где он будет дальше. А сейчас пока что маленький обзор. Вот, посмотрите, сколько всего. Это вот на это надо время, чтобы этим заниматься. Видите, старинные открытки. Это же наше прошлое. Вот, взгляните, как романтично. Барышня-крестьянка и джентльмен. Так, зажигалки. А вот деньги, деньги, деньги. Видите? И даже наши в детстве. Куда они все подевались? Я надеюсь, вам это интересно. Мне интересно. Это я делюсь тем, что мне на самом деле интересно. Совершенно чудесный тот продавец. Сейчас как задружим, пригласим его. Вот телефон из детства тоже. Пригласим его в наше тайное общество счастливых людей. И будем иметь доступ к самым красивым вещам, пахнущим стариной. Ой, посмотрите, какая прелесть. Вот дядю Сэма надо кормить, видите, с протянутой рукой. Вот, если кто не заметил. Это наши, наверное, джали. Вот эти женщины стоят как дулевские, но это, к жаль, все-таки. Так, старинные. Что у нас тут старинное было? Радио, а сейчас уже просто брикобрак по-английски называется. Всяко-всячина. Может, я не ту книжку купила? Смотрите, сколько тут интересных. Я еще не взглянула. Я просто хочу вам дать хороший обзор нынешних сокровищ у него. Вот, я немножко уменьшу. Буду так приближать, чтобы вы видели. И панорамно. И более детально. Хочется мне для вас расстараться. Попахивает Мадонной, правда? Это я хотела вот на полчаса забежать и купить. О, у меня настоящие крабы есть. Тоже с клешнями. Целыми и поломанными. Я же природознавец. Натуралист. По-русски. Да. Еще я люблю старину. Вот делюсь красотой. Еще я люблю красоту во всех ее проявлениях. Делюсь с вами. Наблюдайте. Я комментировать не буду. Вдруг тут будут знатоки. Что-то напишут мне интересное, познавательное в комментах. Видите, как здорово. Вон и гёбель я вижу. Много интересного. Я это не могу собирать, мне некуда класть, поэтому только показываю. Ну вот, откроем мы с вами музей. Я же ищу помещение, вы же знаете. И все выставим. Ой, какие-то тут картинки. Не могу девушку показать ближе. А вот интересная. У меня была такая в детстве машинка. Видите? И тут внутренности ее есть. В общем, здорово. Вот мечи. Меч-кладенец. И немножко покажу монеток, их много, но там есть
вещи с определенной символикой. А это то, зачем мы охотимся. В середине персидский, а по бокам русские самовары. А вот еще. Это целая фарфоровая кружевная серебро. Вы знаете, что брали кружева, окунали в раствор фарфоровый, потом в печи все сжигалось и оставалось фарфоровое кружево. Но, надеюсь, вы все поняли. Хозяин просто шикарный. Мы будем сюда заглядывать. А может быть, потом не сюда, он скажет нам адрес. Обнимаю вас любовью. Пока-пока, мои прекрасные друзья.